со временем, каждый день ты уже к этому привыкаешь. Когда где-то вдалеке оно гупает, то вообще это вроде как бы в другом государстве. А когда вот как вчера здесь в роддоме, то, конечно, 500 метров напротив больницы, то страшно, но уже не до такой степени страшно, потому что ты к этому привыкаешь. Больше не страшно за себя, а страшно за детей. Вот так. И что будет дальше страшно? Как мы будем тут жить, там жить? Будем ли мы вообще существовать? Вот это страшно. Ну все. Подыши, подыши, зайчик. Я думаю, что закончится война, и мы все заживем, как раньше, спокойной жизнью, что все будет хорошо. Что дети наши не будут видеть этого всего дурдома. Что все будет хорошо. По-другому и быть не может. Когда, несмотря на все, что происходит, все равно рождается новая жизнь. Поэтому как бы мы надеемся, что сегодня родилась девочка, а по всему это, когда рождаются девочки, то это должна наконец-то закончиться война. Знаете, я просто, это для меня ужасно. Это для меня ужасно. Я, знаете, как взяла и вот кусок сердца вырвала. Я их отправила. Я не знаю, как это будет, что это будет. Понимаете?